Слово «лыжи» произошло от древнескандинавского корня, означавшего «кусок дерева». Самые древние лыжи были найдены на территории России и служили исключительно для удобства передвижения по снегу. Сегодня лыжи – это развлечение и спорт. При их изготовлении используются материалы, повышающие их прочность, устойчивость и скорость. Лыжи для скоростного спуска делают спрямленными, что улучшает контроль и скорость. Беговые лыжи узкие и легкие, что облегчает движение лыжника. Укороченные лыжи со скругленными краями позволяют лучше проходить слаломные трассы. Они как бы сами вписывают лыжника в крутые повороты. Конструкция лыж постоянно совершенствуется, и лыжные состязания считаются одними из самых зрелищных на зимних Олимпийских играх.